Дорогий сьогодні гість на 9 каналі. Дорогий, дорогий і поважний. Генерал-полковник Анатолій Федотович Клешня, голова Дніпропетровської міської ради ветеранів. Що готується в Дніпропетровську до свята перемоги, зараз і розкаже. Ну, поскольку в студії зараз два офіцера, то правильні було би поздороватися, як подобає офіцерам, младших к старшому. Здравия желаю, товарищ генерал. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад, что вы нашли возможность в канун майских праздников, очень весомых праздников, оказались у нас в студии. Итак, на ваш взгляд, чем будет этот год отличаться от предыдущих? Чего ждать ветеранам, гостям и жителям Днепропетровска? Вы знаете, мне кажется, наоборот, приятно, что практически в худшую сторону ничего не меняется. И предварительно по о том, как мы будем проводить эти праздники, мы на встрече с городским головой Борисом Альбертовичем Филатовым обговорили эти все вопросы. Мы внесли свои предложения городского совета ветеранов. И вы знаете, я даже не ожидал того, что все они будут поддержаны. И мы вместе с городским советом планируем все мероприятия и будем их вместе готовить и проводить. Итак, с какого дня начнется, где? Но если говорить вообще о подготовке и проведении мероприятий, мы их начали давно. И начали с того, что начали встречи ветеранов, которые еще сегодня, на счастье, живы в школах, на дому посещать их. Ну, так предварительно, допустим, там же готовим поздравления для них, школьников и так далее. Ну, а самое главное, мы внесли предложение в день субботника городского, 23 апреля, мы провели субботник не только там в парках, там на улицах, но предложили провести и субботник, чтобы привести в порядок все монументы, памятники, которые находятся в городе, посвящены именно истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Причем проводили их ветераны вместе с школьниками, с коммунальными службами. И не просто приводили в порядок эти памятники, там мыли, прибирали территорию, сажали цветы, но и рассказывали ученикам ветеранам о том, что это за памятники, чему они посвящены. Я думаю, что это мероприятие носило не только, ну, значит, там, идею привести в порядок, но и воспитательную такую патриотическую идею. На ваш взгляд, современные власти Украины и современные власти города Днепропетровска о ветеранах? Вы знаете, я не буду говорить о власти Украины. Я думаю, народ даст свою оценку. Что касается власти городской сейчас, от нового городского совета, нового городского головы, я уже сказал, что Борис Альбертович поддержал и практически полностью удовлетворили наши потребности финансировать ветеранские организации. И все мероприятия, которые мы проводим, проводятся при тесном взаимодействии всех департаментов управления городского совета. Ну и непосредственно Епифанцева Светлана Владимировна, которая курирует ветеранской организации, она занимается этим вопросом. То есть у нас полное взаимодействие с ними, взаимопонимание, и мы стараемся действительно, несмотря ни на что, сделать так, чтобы ветераны поняли, что все остается, как и было по-прежнему, что их знают, уважают, помогают и так далее. Ну, достаточно вам сказать, что было принято решение городским советом выделить всем участникам боевых действий Второй мировой войны, ну, как считают сами ветераны Великой Отечественной войны, как составной Второй мировой войны, по 5000 гривен. Правда, их решили разделить на две части. Вот сейчас к 9 мая дадут по 2500, ну, а, наверное, к Дню освобождения города еще по 2500. Это тоже говорит о многом. Потом там и продовольственные наборы, и будет, ну, праздничная встреча городского головы, он будет принимать в первый раз, кстати, в ресторане «Хутор» будет принимать ветеранов, а не в столовой городского совета. Ну, это тоже, я скажу, там совершенно другой вид и совершенно другая обстановка. А так, конечно, вот в эти праздничные дни, ну, во-первых, проводятся встречи в школах, в библиотеках, в музеях, комнатах боевой славы с ветеранами. А 7, 8 и 9 числа будут проводиться, ну, 7 числа мы предложили провести фестиваль ветеранской песни напротив монумента 152-й стрелковой дивизии, ну, знаете, где Ледовый дворец, вот да, в этом районе, на площадке, там будут выступать ветеранские коллективы, школьные коллективы, там будет солдатская каша для тех, кто придет посмотреть.
Ну, насчет 100 грамм не знаю, да, пока не знаю, но каша будет, чай будет, вот, будет хороший концерт. Там же планируют, допустим, организации и другие сделать показ военной техники. Одним словом, будет очень хорошее, большое мероприятие. 8 числа, вот я уже сказал, в ресторане «Хутор» будет прием городского головы, на котором где-то 120 человек будет присутствовать, и будет хороший тоже там праздничный концерт. Что касается 9 числа, то, как всегда, будет возложение у монумента славы в 10 часов, а потом на фестивальном причале будет концерт, и будет тоже каша солдатская. И практически на всех площадках, в парках города будут концерты, будут играть оркестры. То есть я считаю, что этот праздник пройдет действительно на высоком уровне. На ваш взгляд, вот есть люди, которые благодаря таким праздникам пиарятся. Мы говорим сейчас о политическом пиаре. Насколько это, вот, на ваш взгляд, человеческий фактор? Сказать... Допустим, что они пиарятся, я не хочу, я не знаю их цели там и так далее, но знаю, что многие организации стараются, значит, найти контакты, где-то встретиться с ветеранами, куда-то их вывести на природу, там, провести какие-то массовые мероприятия, другие. Ну, если это чисто сердечное отношение к ветеранам, это хорошо. Если же, как вы сказали, пиар, ну, я считаю, нельзя на таких вещах делать пиар. Это мое мнение. Давайте поговорим о тех, кто, к сожалению, по состоянию здоровья не сможет прийти на мероприятие. Значит, все, кто не придет на мероприятие, у нас, кстати, при городском совете ветеранов есть свой волонтерский центр. И мы работаем вместе с молодежью в этом центре, учениками, студентами. И мы планируем каждого ветерана немобильного, который кто-то находится дома, не может уйти. Кто-то, допустим, находится в госпитале или в лечебном каком-то другом заведении. Мы обязательно их навестим, мы их поздравим. Знаете, пусть это будет поздравление детским рисунком, открыточкой, добрые слова. Но это действительно будет приятно этим людям. Вот если говорить о тех людях, кто не сможет прийти на такие массовые мероприятия. Давайте несколько слов, своеобразное даже обращение человека, убеленного сединами, к молодому поколению днепропетровцев, благодаря, собственно говоря, вашему подвигу и ваших коллег. Вот они сегодня... Вы знаете, ну я 5 лет возглавляю ветеранскую организацию города, и я хочу вам сказать, что мы постоянно работаем с молодежью. И у нас... Ну, я считаю, две основных задачи в уставе нашей организации – это защита ветеранства, и вторая – это патриотическое воспитание, трудовое воспитание нашей молодежи. Мы очень тесно работаем с школами, с университетами, проводим самые различные мероприятия и конференции научно-практические, допустим, в высших учебных заведениях, в школах, встреч ветеранов с молодежью, в музеях там и так далее. Поэтому я хочу сказать молодежи, что, во-первых, они должны быть готовы к тому, чтобы в любой момент стать на защиту нашей Родины, Украины нашей независимой. Знаете, вот я прочитал в газете буквально на днях, что планируется проведение слушаний в нашем Верховном Совете по вопросу, вот есть такая организация ОСОУ. Это общество содействия обороне Украины, которое практически сейчас занимается только коммерцией. Оно перестало готовить молодежь для службы в армии и так далее. И меня это очень обрадовало. Я даже собираюсь написать газету, статью по этому поводу, потому что я поднимал эти вопросы. Раньше в городе Днепропетровске очень хорошо работала эта организация, и молодежь учили и готовили их к защите Родины. Поэтому надо учиться, надо быть настоящими патриотами и быть готовыми в любой момент встать на защиту. Вот мое мнение по этому вопросу. Ну и в канун праздника ваши поздравления для всех. Ну, я хочу поздравить действительно не только, допустим, ветеранов, конечно, их в первую очередь, всех жителей нашего города, молодежь, пожилых людей, тех, кто работает с этим замечательным праздником, и с праздником Пасхи, который будем праздновать через один день, и с Днем Победы. Ну, вы знаете, что еще есть у нас 8 число, это День памяти и примирения. То есть мы должны действительно быть все вместе. Вот если мы научимся быть вместе, мы будем сильными, тогда за нами всегда будет победа. Это мои слова. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Бажаю перемог нам усім, але без війн. Я теж, да, я теж не хотів, щоб були війни. От я вам дуже вдячний за те, що запросили на ваш канал. І ще раз всіх
з праздником, з цим великим от, святом. І бажаю всім здоров'я, благополуччя і миру. Дякую. Ну, якщо будуть якісь проблеми або потрібно буде щось висвітлити, будь ласка, наші двері відкриті. Дякую. Слава Україні! Слава Україні!